Да, дорогие друзья, с вами Амитал, а сейчас мы поиграем АКВ. Мы находимся в клане Брянские Волки на стройке. Конечно, извините, у нас немного подлагивает все. Ну и без этого. Warface без лагов — это не Warface. Наших там в квадрате разносят. Жалко, что на МГ-3 нельзя поставить глушитель. Сейчас попробуем зайти к ним. Ай-яй-яй. И все отрезались. Давай, давай. Ты-то, может, и будешь тащить, а Кольт он вряд ли. Ребят, я, конечно, советую МГ-3, она блестящее оружие. Особенно себя по головам ходить. Мина, мина, мина! Как? Антихит пробил. Ну, спасибо. У них медиков. У них 4 меда. Попробуй тоже за меда. Кто у нас? Ни одного. Ладно, попробую пропустить. Что-то никого. Может, резнуть попробовать, хотя опасно. Да, там очень опасно, там где-то двое. Трое. Четверо. Ну, минус два. Предположим. За нами еще один бежит. Кольтон, прикрывай. Они еще и рисуются. Ну это вообще жесть. Ай, не успел. Конечно, всего два рамба. Ни снаряжения, ничего нет. Мозголома просит. 0-3. Жаль.
Ребят, вы извинитесь, конечно, игра плохая, но с ней прет. Просто ужасно лагает из-за РК. Если вот играть просто Warface и Bandicam, то будет нормально. А если три сразу, то это вообще... Ой. Антихед пробил. Опять. А, у меня что-то нет антихеда. Ой, молодцы. Все на низком, странно. Вот тактики нету, тактики. Была бы тактика, было бы легко. А так они просто всех обходят и... Зажимают. Нас зажимают. А мы просто обходим. И все помирают. Попробуем опять за штурма по головам походить. Понятно все. Теперь наша очередь защищается. Мы вряд ли проиграем. Ну ты куда пошел? Теперь наша очередь резаться. Антим остался. Я буду в шоке, если он один раз тащит всех. Вот и все. Просмотрим зелень. Да, зелени нету. Ой-ой-ой-ой-ой. Гранатой зацепило. Сейчас коды унесут и все. Но я так думаю, может они тут где-нибудь. Сейчас. Ай, подцепил он меня. Попрошу без мата. Ладно, так и даже лучше смотреть видео. Полезли? Залезли. Попробую звук кратко. Отличная пушка. Да сколько их там резается-то, а? Сколько можно?